Ну что, ребята, всем привет и добро пожаловать на канал Дмитрий Вейс. Сегодня мы начинаем Новый год с новой игры Police Simulator Patrol Officers. Всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья, здоровья и успехов. Ну, а мы давайте будем потихонечку начинать. Так, у нас с вами будет новая карьера. Выбираем мужчину. И тут можно выбрать персонажа. Так, они тут такие все разные. Фрэнк, Дэнни Лопес, Ноа Джонс. Мне вот это больше всего прикалывает. Типа, самый первый, который был, такой самый и нормальный. Так, инвертированный. Взгляд вверх-вниз. Нет, инвертирование я не люблю. Так. Режим игры. Симуляция. Так, это получается самый полный опыт с системами, созданными для игроков. Нет. Ну, вот это, короче, обычно оставляем, чтобы типа сильно пока не включаться. И... обучение, наверное, да, все-таки включаем, потому что я еще пока тут полный ноль. Ну, и давайте будем начинать. Поехали. Enter, да? О, так, загрузочку. Ой, как громко, наверное, сейчас меня не будет слышно. Сейчас, наверное, будет сделать чуть потише. Так, выбор дежурства. Это обзор участков. Здесь вы можете выбрать следующее дежурство. Еженедельно вы должны совершать по 5 дежурств. Вы можете брать 4 выходных в неделю и получать за это новое дежурство. Ага, понял. Получается, у нас тут есть 3 района. Плавильный котел, пока что это мой будет первый. Так, плавильный котел — это разнообразный участок, состоящий из районов North Point, исторический центр, Алкомби, наверное, Алкомби там самый преступный район, что-то мне кажется, Честер и Бофорт Лендинг. Сам участок очень старый, но в то же время он продолжает расти, поэтому плавильный котел очень разнообразен. В нем новостройки соседствуют с историческими зданиями. Интересно, давайте посмотрим. Так, доступны новые дежурства. Хорошо, проверить новое дежурство. Ну, получается, мне только вот этот райончик North Point. То есть, а где Алкомби? Алкомби. А, ну, обычно Алкомби — это такие райончики, которые на краю города находятся. Ну, в нашем случае чуть-чуть так сбоку. Окей, так, это была католическая школа для мальчиков, а теперь, да, это район какой-то. Так, ну и выбираем. Так, длительность дежурства. 25 минут жестко. Сколько можно максимум дежурить? Ого. Ого, целый час. Да, я не готов, честно, ребят, час дежурить. Поэтому давайте 15 минут. Сейчас еще я слышу немножко громковато. Наверное, меня сейчас ужасно слышно. Но я сейчас, игра загрузится полностью, я сделаю как бы потише. Так, подождите меня. Давайте на 25 еще сделаю потише. А то это, конечно, все хорошо, все прекрасно. Но как бы надо чуть потише. Ну так. Аварийная серия. Так, ну так меня должно быть лучше слышно. Хорошо, так, ну я вышел из-за стола. Ага. Управлять, в принципе, VASD. И куда идти? О, боже. Так, сегодня ваш первый рабочий день. Во время вашего первого вы будете выписывать штрафы за парковку, так что ищите автомобили, припаркованные с нарушениями. Хорошо, я буду на чеку. Так, помните, что за задержание требуется обоснованное подозрение. Для ареста требуется вероятное обоснование с уликами. Боже мой. Так, будут удачи на других, и помните, не бывает одинаковых дней. Спасибо, офицер. Я это запомню. Ты ни хрена ты не запомнишь. Сейчас будем всех штрафовать к ряду. Ага, выход все-таки здесь. Прекрасно. Так, ваше первое дежурство. Так, добро пожаловать, сегодня вы сотрудник полиции Брайтона. Выходите на первое дежурство. Ваше первое задание — выписывать штрафы за парковку. Ну, это мы умеем. Если во время дежурства вы заметите какие-либо нарушения, например, что люди мусорят или переходят улицу в неположенном месте, вам следует на это отреагировать. Задерживайте таких людей, проверяйте у них документы и выписывайте им штрафы. Следите, чтобы на улице Брайтона никто не нарушал закон. Хорошо, будем следить. Так, в верхнем левом углу указана информация о дате, времени суток и продолжительности вашего дежурства. Всем новым сотрудникам полиции стоит заглядывать в справочник. Это правда, так как в нем можно найти дополнительную информацию об определенных обязанностях. Вы можете открыть полицейский компьютер. Да что ж так много текста? Инструментов с помощью какой-то кнопки. Tab, по-моему, это. Если кажется игра слишком легкая или слишком сложная, измените настройки. Хорошо. Пока подтверждаем. Так, последний. Нам поступило много жалоб на неправильную парковку. Займитесь поиском нарушителей. Хорошо. Так, ну пойдемте. Ладно, я буду такой брутальный полицейский. А изменять вид камеры нельзя? Ага. Специальная проверка.
определенные действия с пешеходами и машинами, такие как изучение удостоверений, страховых документов, остановка машин, сопровождение, сосредоточение номерных знаков, создаю записи в приложении, специальная проверка. Ага. Я тут что-то читал, что тут было, типа, номера машин как-то срок годности имеют, что-то такое интересное. Так, еще насколько? Ага, режим сосредоточения. Если вы сосредотачиваетесь на номерных знаках, вы можете их получше рассмотреть и определить их срок действия. Так, вы также можете сосредотачиваться на машинах на улице и пешеходах. Старайтесь сосредотачиваться на гражданах, похожих на разыскиваемых преступников, и на людях, обменивающихся чем-либо. Так, изучайте подозрительные ситуации подробнее с помощью левой кнопки мыши. Ага, ну окей, давайте попробуем. Ну, давайте вот этого чудика, Юдика. Что у него тут? У него номера до 23 февраля. А сегодня что у нас? Сегодня 7 июля. Значит, что, пока нормально. Так, что у тебя? Опа! Expired? Молодой человек. Expired. Так. F было, да, я увидел. И получается, что? Паркомат просрочен его. Так, очки дежурства и поведение. Получать очки дежурства. Очки в зависимости от совершаемых действий в игре. Очки дежурства, то есть это вот эти СП-шку я 10 получил только что. Выдаются в награду. Очки поведения, ЦП, за штраф, например. Если вы потребуете предъявить документы, не имея на это причины, вы потеряете часть ЦП-шек. За СП и ЦП вы получаете XP участка. Боже, чисто в двух буквах все решили назвать. После каждого дежурства за опыт участка... А за опыт участка вы получаете звезды за службу. Набрав достаточное количество, вы можете открыть предметы и другие области. Хорошо. Так вот, ну все же, молодой человек, у нас попал наш штраф за парковочку. Так, идем дальше. А я, кажется, вижу злостного нарушителя. Итак, новая ПМ. Кого я? Новая ПМ какое-то. Ладно, без разницы, я вижу нарушителя. Я движу двух, по-моему. Тут же ж... Все ж как бы едут в ту сторону, ну, оттуда вот сюда. А эти ребята что-то решили, во-первых, сюда сдать, а во-вторых, один на автобусном как бы этом самом. Ну, хоть заплатил за этот сам. Либо я что-то не понимаю. Просто там тоже машина так стоит. Или это фишка какая-то? Подождите, что по знакам? Ну, знаков я никаких не вижу. Но паркинг только с 8 до 12. Так, подожди. Может, там знаки какие-то есть на перекрестке? Что, типа, тут где-то парковаться можно? Я бы им сейчас просто штраф не влепил, просто так. Вы обнаружили театр Банкварт. Да ни хрена не вижу тут знаков. Все, погнали их штрафовать. Слышишь, стали, во-первых, неправильно... Я того вообще, честно говоря, даже сейчас бы на эвакуатор увез. О! Вообще, красота. Я как знал. Та машина припаркована с нарушением. Парковка в неправильном направлении. Давайте выпишем штраф за парковку в неправильном направлении. Так. Положение выравнивания. Неправильное направление. О. Отлично. Все. Первый есть. А этого пчудика я вообще хочу эвакуировать нахрен отсюда. Вот. Чё он тут? Нужно отбуксировать. О, а я ещё и прав. Так. О, все, скоро будет эвакуатор. Прекрасно. Все, ждем. Какой человек? О, молодой человек, здравствуйте. А что вы творите? Эй, ты куда побежал? Так, после определенных действий с людьми и машинами, такими как проверка документов или изучение номерного знака, в вашем... В полицейском компьютере появляется запись. Биография принесет дом. Собранные в текущего дежурства. Ля-ля. Полицейские должны искать максимум пользы из полицейского компьютера, так как с его помощью они найдут дополнительную информацию. Хорошо. Мне нужны ваши документы. Потому что что-то вы чудик какой-то сейчас. Я слышу, там, по-моему, эвакуатор уже работает. Так, смотрим. 22.11. Так, ну пока у тебя, короче, все... Хорошо, чувак. Вроде бы. Угу. Выдано. А что такое ОП? 22.11. Ну, в любом случае, короче, у тебя еще время есть. Ладно, уговорил. Так, ну, слушай, друг мой.
Я тебе должен сообщить о нарушении выбрасывания мусора. Так. Ладно, буду добрым сегодня полицейским, всего лишь устное предупреждение. Будешь должен, дружи мой. Все. Арыдосик. Отлично. Так, все, этой машины нет, прекрасно. Жизнь налажена. Я вижу там еще одну. Ну, будем немножечко как быдло. Ой, побежали наоборот. Побежали. Немножечко как быдло. И выпишем. Ну, здорово. Здрасте. Так. Штраф за парковку в неправильном направлении. Отлично. Чтоб знали, как себя вести это самое. Так, идем дальше. Что у нас есть из нарушений? Так. Пока тут валит. Тут валит тоже. Прекрасно. Так, это типа что-то на Теслу или на Мазду похоже, даже не знаю, тоже валит. Так, по парковкам, по направлениям, пока тут все замурчательно. Меня это устраивает вполне. Так, идем дальше. О, а вот я вижу. А вот я вижу потерянного мальчика. Так, здрасте. Эх, молодой человек. Ну как так можно парковаться? Это ужас, это мрак. Так, используйте жесты для управления движением автомобиля, чтобы избежать пробок и обеспечить свободное движение транспорта. При чрезвычайных ситуациях откройте меню снаряжения и выберите пункт «Жесты полицейского». Затем выберите нужный жест, ожидать, двигаться, использовать жест, разворот, использовать жест. Ага. Я в жизни этого не знаю. Вы хотите, чтобы я это в игре выучил? Да если это в игре выучу, я просто в жизни буду богом себя на дороге чувствовать, честное слово. Так, по направлениям, пока тут теперь все хорошо. Так, каждый паркуется хорошо. Так, что такое ПМ? Предприятие, я не знаю. О, насколько я начитал настройки игры, справочник этот. Вот это чудо тоже считается нарушением, потому что он, типа, на тротуар заехал. Поэтому, выписываем. Так, есть, хорошо, дальше смотрим. О, чисто случайно. О, это комбо уже, ребят. Это комбо. Два в одном. И машина на этом, на автобусной остановке. Че их кто-то мусор кидал. Okay, officer. There you go. Так, ну давай свои документы. Ни хрена ты насквозь проходишь. А че тебя так штырит ты? Красные глаза. Ага. Так, обращайте теперь внимание на подсказки интуиции. Теперь вы можете обыскать ее и машину, поскольку... Ага. Хорошо. Так. Поверхностный обыск правомерен, если человек трясется, нервничает, ведет себя необычно. Незаконное ношение оружия. Угу. Так. Обыск является более инвазивным, чем поверхностный обыск. Угу. Вероятные обоснования. Например, расширенные значки, запах. Ну, давай вот это. Давай искать тебя, чё. Сама завтыкала. Где ты сейчас еще? Это, и штраф еще. Так, что у тебя есть? Человеческие зубы. Ау. Да. Ладно. Я просто тебе штраф выпишу. Хотел сегодня быть добрым, но за выбрасывание мусора. Ага. Ого, так дорого, это неожиданно. Ну так сама провтыкала. Надо же быть умнее. Дальше идем. Так. Тут опять комбо. Так, та машина припаркована с нарушением. У машины просроченный номерной знак. Давайте выпишем штраф за просроченный номерной знак. Так, что, в натуре просрочено? Ну да. Черный, что-то вообще непонятно, короче. Мы ее просто эвакуируем. Ну, потому что она типа стоит на автобусной остановке. Вон, баба, женщина в шоке, ты смотри на нее. Она сама с собой разговаривает, она потерялась. Так, ждем эвакуатор. Какой человек? Так, бежим. Да ну, я не сказал бы, что прям в неположенном месте. Это какая-то фишка этой игры. Да здрасте. Типа, он бежит, вон, он идет на пешеходном переходе, человек, чего у него положено есть. Так, а ты что ты от меня хочешь? Я не знаю, короче, что мы от меня хотят. Пока просто ждем эвакуатор. Вон, эвакуатор уже подкатывает, скоро он подъедет.
буквально секунд 10-20 и заберет вот этот чудо-спорткар. Ибо не будет так парковаться. Ну, это ж, ну, по-человечески. Ну, ну, вот это да. Тут это прям на пешеходе стал и потерялся. Какой? Молодой. Сейчас я тебя это самое. Да, оштрафую. Так. Эвакуатор. Прекрасно. Так. О. Так и убить можно такими темпами. Все, прекрасно. Так. О, а вот это уже реально в неположенном месте. Ладно, на того чувака я забью. А тебе пиздец. Так. Давай, доки. Here. Че по документам? Так, Леонид. Пока вроде все норм, подоков. Этот человек злится. Хули ты злишься? Ты. Так, давай. Поверхностный обыск давай. Есть что-то? Гражданин имеет при себе... Гражданский имеет при себе более одной унции конопли. Это незаконно. Арестуйте. Так точно. Так. Надевание наручников. Надевание наручников. Ага, это причина получается. Наркотики. Ага, хранение незаконного количества. Oh, come on. Ты что, шутка? Нет, дружок. Это не шутка. Это все. Так, давай, транспорт нужен. Так прям нужна помощь. Ты говоришь, как будто ты его тут не можешь остановить. Так что давай, не выпендривайся, а просто ждем. Просто ждем. Что же у вас у всех такая прическа страшная? Это кошмар. Не, ну я помню, у кого-то футболиста был, только не помню, блин, как его зовут. Кто-то поприветствовал вас. Здорово, ты его. Ну вот это чудо. Что вообще у них за фурончики такие? Брайтон Полис. А, GMC вот эти. Только LMC здесь идет. Так, подкрепление на месте. Ладно, напарник я возьму подозреваемого. Ну, у него выхода нет. Ну, как бы, да, он сам это сказал. Нет выбора, но по факту. О, а, я ж тому выписал штраф. Блин, обидно. Слушай, а вот этому я могу выписать штраф за то, что он так близко к полиции, к... как это называется? А, да тут еще лучше, тут просто просроченная парковка. Паркомат просрочен, expired. Давай, пишем тебе. Красота. Так, бежим дальше. Этот человек бросил мусор. Ну что ж, девушки сегодня такие какие-то вообще не девушки, это прям кошмар. Документы. ID, документы ваши, пожалуйста, девушка. Okay, officer. There you go. Давай, 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 не выпендривайся. Просто дай мне доки. Что у тебя здесь? Что-то ты какая-то страшная на фотографии. Ну, хоть документы у тебя не просрочены, дом, спасибо. Я чувствую запах конопли. Вот и я про это. Так, 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 так. Обыск. Так, надену наручников. Для потребуется пара ночников и доказательства. Так, ну, давай, пока что тебе... Сейчас, запах, давай. Давай такой полный прям обыск. Попробуем что-то найти. Но ей бы в эту дудку дуть, чтобы проверить. В ратине можно хранить себе, при себе до одной унции конопли. До одной. А включительно или не включительно? Вот такой вопросик. Так. Так, 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 так. С его статусом. Так, наркотики. Стать подозреваемым по частному совершению с продажей наркотиков. Ну, ладно. Я просто на тебя штраф запишу. I'm writing you a ticket for littering. That will be $25. I didn't expect it to be that expensive. Ну, неожиданно это я тоже был. Человек явно злится. Хули ты злишься? Я тебя сейчас еще раз обыщу. Ты меня бесишь. Че ты злишься? Конфеты, сюрикен. У меня вот это сюрикен, я сейчас, наверное, прихожу. Ладно, пока отпускаем. Здесь мне за это не вижу. Какой? А че он в неположенном месте переходит? Ну, на 5 метров, боже, это ничего страшного. Я за такое душить никого не буду. Так, я вижу неправильную парковочку. Так, пишем штраф, неположено, неправильное направление. Сразу же ляпс просто.
Капец. А что минус 5? Стоп. Вы потеряли первый, поскольку вы действовали неверно во время последнего события. Непон. Подожди, буква I. Парковка в неправильном... Бля. Я не за то его оштрафовал. Вот что значит, как бы сильно поторопился. Так. Да. Ну, такое себе. Сам протупил, ладно, ничего страшного. Конечно, обидно. Я ж не за то его оштрафовал, надо же было его за то, что он, типа, это самое, да. А получилось за то, что он это самое, да. Друг мой, а ты в курсе, что вот это самое, да? А, вождение. Ух ты, ух ты, у нее были уже такие эти сам. Я прям даже так могу это все проверять. Нет, не в розыске. Интересно. Вождение с выключенными фарами ночью. Ты что, кто ты? Марио, ты конченый или да? А как так можно? Ебануться. Скучное живу, однако. Парковка на месте для такси, игнорирование знака стоп. Интересно. Hello, officer. Здрасте, Зайба. Hello. Хорошо, идем дальше. Интересно, вот эти ЦПшки, их можно вообще типа это самое восстанавливать как-то? А то обидно будет только за глупость потерять. Ну, я уже вижу еще одного клиента. Завершение ваше закончилось, отправитесь в ближайший полицейский участок. Так, следить за соблюдением закона и разбираться с небольшими происшествиями. Ладно. Your shift is over, officer. Ну, сейчас добегут и подойти. Тут еще по пути надо наштрафоваться. Во-первых, вот это чудо в лаптях. Штраф за неправильное направление. Вот, теперь правильно. Там нужно было, получается, за тротуаром выписать. А я перепутал все на свете. Ну, ладно, ничего страшного, бывает так. Проверяем каждого. У каждого валид. Никто не инвалид у нас. А вот тут что-то у меня есть... Такие маленькие подозрения. Такси-стенд. А ты такси? Ты такси на номерах. Ладно, уговорил. Так, тут тоже. Ты такси, друг мой. А вот ты уже не такси. Ну, прости, друг мой. Да, я еще угадал. Нам всем. Эвакуатор поехал. О, и тебя, друг мой, за просроченную парковку. А чё? А чё минус 5 ЦПШ? Непон. Подождите подробности. Причина так. Водителям-инвалидам разрешено парковаться перед просроченными паркоматами. А где написано, что он инвалид? Извините меня. Ну, а где? Я понял. Ну вот, короче, эвакуатор забирает, ладно. Минус 10 цепашек. Ну, не мой день немножечко. Ладно, пока побежали так, в плоть вот так по дороге. Будем искать дальше. Может, кого еще штрафанем. Так, что у вас тут? Так, вылет. Что-то ты как-то вообще стал. Ага. Экспайры, да еще и... Как-то через одно место ты, честно говоря, встал. Так, ты хоть не инвалид, не такси? Нет, ты никто. Поэтому, друг мой, штраф за парковку. А я тебя даже не знаю, за что штрафовать. У тебя два этих самых. Слишком далеко от тротуара, это точно. У тебя два штрафа, если честно. Это первый. А можно два сразу? Паркомат вообще с кайфом залетает. Ну, и не то чтобы это самое, но я это самое, да. Не, ну так и чё он так стал? О, так, expired, хорошо. Смотримся. Он инвалид, ладно. Инвалидом уже, да, всё. Так, побежали. Так, а это что за парковка такая интересная? Не, ладно, здесь можно. Хотя нет, другой вопрос. А как ты сюда заехал, друг мой? Тут я не видел знака, чтобы можно было сюда повернуть. А, не, ладно, вот заезд. Интересно так сделали. Он вот этот. Повезли этот джипчик. Так, ну я не хочу сейчас уже, честно. А, хотя нет, ладно, я хочу. Чуть-чуть тут осталось уже мне. Я уже возле участка. Здравствуйте, девушка. Документы. Ну, можно быстрее, что вы такая долгая девушка. Давайте. Суть с доками. Ну, пока не просрочено. Это хорошо.
Так, ладно. Просто штраф. Ладно, устное предупреждение. I'm just gonna leave you with a verbal warning this time. Many thanks, officer. Не будешь должен. Все, пропускаем. Этот человек испытывает облегчение. А ну, стой. Давай, ну, просто так поверхностно. Обычно. Ничего нет. Шпильки, игральная кость нет. Ничего, все. Шагай. Топай отсюда. А этому я выписывал штраф за неправильную парковку, я не помню. Да, выписывался, не буду второй раз. Так уж и быть. Немножко быдлом побудем, перебежим быстро дорогу. И сразу в полицейский участок. Так, ну тут, я думаю, вряд ли кто-то будет как будто парковаться. Поэтому тут даже не будем никого проверять, а просто бежим уже в участок завершать смену. Насколько я понимаю, это нужно туда же за компьютер. Так, сохранять бдительность. Да я бдительный, я как не в себя. Да, все-таки я прав. Надо сесть просто за компьютер, и смена закончится. Да, Фрэнк Миллер. Так, прекрасно. Ага, отчет о дежурстве. Так, 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 так. Опыт участка 300. Ух ты. Я на один уровень повысил. Ух ты. Радар. Так я теперь смогу за скоростью. За сообщение о нарушении. Вау. Вау, какой я. Еще новый район. Бофорт Лендинг этот. Я хотел бы Алкомби. Там бы я, наверное, на пешеходах бы на это самое. Так, примечательные места. Приветствие. О, за приветствие я тоже получаю эти штучки. Интересно, интересно. Хорошо. Так, уйти. Так, доступны новые дежурства. Новый день в офисе, проверьте доступные дежурства. Интересно. Ну вот, собственно, мы в следующий раз с вами и займемся. Ух, даже можно многопользовательской игре, то есть можно с кем-то патрулировать. Вау. Открытое дежурство. Угу. Ну, думаю, получается, для Честера нужен второй левел, а у меня получается только это самое. Второй. Первый. Первый я только повысил. Ну ладно, то такое уже как бы на следующий... В следующей серии мы с этим разберемся. Ну, а сейчас, ребята, будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр первой серии в новом году. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, ну, конечно же, совсем, совсем до скорого.